У нас есть две пересекающиеся окружности. К ним проведена общая касательная. Точки С и Д – это точки пересечения касательной окружности. Точки касания? Точки касания, да. Точки пересечения окружности – точки А и точки Б. Ну, дальше мы соединяем С и А, А и Д, и проводим СБ. Проводим прямую СБ, да. До пересечения с окружностью. Пересечения с окружностью получается точка Е. И нам нужно доказать, что АД – это биссектриса угла САЕ. Понятно. АД – это биссектриса треугольника АСЕ. Ну, то есть нужно доказать, что два этих угла равны. Отлично. Рассмотрим вот этот угол. DCE. Он равен углу BAC. По теореме... Есть такая теорема. Угол между хордой и касательной, да? Да. Да, есть такая теорема. Ну, аналогично угол CDA равен углу BAD. Нет. Нет. CDA. Не тот угол показали. Вот. Да, теперь равны? Да, теперь они равны. Ну, угол DBE равен внешнему. Да, равен сумме. Равен сумме двух этих углов, поскольку он внешний. Да. И также он равен вот этому углу, поскольку четырехугольник вписан. Теорема описана в угле. Все.